Храм Преображения Господня в селе Остров, построенный во второй половине XVI века, имеет богатую историю. За несколько столетий он пережил разные времена, а теперь, после завершившейся недавно реставрации, вновь состоялось великое освящение. Уже 6 лет настоятелем храма является иерей Илья Пиесис. Это храм царский, и я чувствовал, что мне помогают молитвы вот моих предшественников, священников, и они вместе со мной сегодня радуются, что этот храм освящен, что вновь на нашей вот московской земле зажглась новая вот эта молитвенная свеча. Чин освящения совершил митрополит Каширский Феогност. Праздничную службу посетило большое количество прихожан. Многие приехали специально ради этого события из Москвы и других уголков Подмосковья. Для нас это большая честь, радость. Все-таки освятили храм. Столько лет он не освящался. Он раньше освятился, батюшка говорил нам, лет 400 назад. А теперь вот еще такая благодать. Осветили такой красивый храм, его здесь преобразили, почистили. В душе такая радость, такой покой. Не знаю, это вот не объяснить. Для всех православных верующих муниципалитета освящение храма Преображения Господня стало по-настоящему большим событием. Святыня с многовековой историей для многих – место, где можно отвлечься от мирской суеты. Храм Преображенский села Острова, он имеет 3 предела исторически, и поэтому основной предел уже освящен в честь Преображения Господня. А сегодня мы освятили 2 предела в честь великомученицы Екатерины и в честь мучеников Кира и Иоанна. Исторически и храм этот связан с именами святых, и наша земля тоже связана с именем великомученицы Екатерины. Так что теперь храм, можно сказать, полностью освящен, и в нем будет продолжаться, конечно, регулярное богослужение. Службу посетил председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Место знаковое, и я хочу, конечно, поблагодарить всех строителей, жертвователей, всех тех, кто воссоздавал вот эту святыню, которая действительно станет жемчужиной в плеяде наших храмов на территории Винницкого края. После окончания службы настоятель храма отец Илья поблагодарил и наградил почетными грамотами причастных к реставрации людей. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.